хорошо. Да, ребятки, я, конечно, такой гений. Я каким-то образом уронить свой телефон додумался на асфальт. Вообще, конечно, трэш. Ну ладно, главное, что снимает. Здрасте. А подождите, я не спущусь. Угу. Сейчас подержу. Ой. Все, проходите. Все, спасибо. Да, ладно, ребят, что тут разглагольствовать? Грустненько, конечно, у меня теперь две трещинки есть на стекле. Конечно, не критично, но неприятненько. И да, если хотите узнавать... Здрасте. Так вот, я хотел сказать, если вы хотите узнавать какие-нибудь там новости из моей жизни, скажем так, лайв-контентик смотреть, то переходите по ссылочке в описании, мы... Не дают сказать, блядь. Так вот, переходите по ссылке в мой телеграм-канал, ссылочка в описании к этому видео. И смотрите, там разный лайв-контент. Все, я пошел снимать еще какое-нибудь видео, и вот...